Опа! Смотрите-ка, как сразу. А надо еще проверить. Еще и ребенок инопланетный. Мы сражаемся с ними, а ты, значит, от них детей делаешь. Если вы будете мутить с инопланетянами, у этого будут последствия. Не мутите с инопланетянами никогда, милые дамы, не надо этого делать. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы сейчас будем искать пришельцев в игре Find the Alien. Понимаете, у нас тут получается, казалось бы, вот обычная семья, состоящая из очкастой девочки и лысого преподавателя карате. Все как надо, все как в обычных семьях. И кто-то из них пришелец. Сейчас будем выяснять, кто. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал, жмите колокольчик, пишите комментарий. Берем, значит, что это такое, что мне показать? А, сканируем. Так, ну это стандартный женский ужасающий скелет. Просто на самом деле, господи, папайрус. Папайрус, это ты реально похож. Так, а это у нас пришелец. Вот мы выяснили, что это пришелец. Дальше мы берем и делаем вот так. Все. Красота. Ты победил! Отлично. Это у нас только, знаете, первый пришелец. А сколько еще будет? Сейчас все будут повержены только так. Заходим в следующий дом. Ребята, наш, что называется, комитет по уничтожению пришельцев работает на ура. Так, что здесь происходит? Какой-то мафиози из 30-х годов спорит с женщиной на какую-то тему. В общем-то, шляпа у тебя, конечно, красивая, ничего не скажешь. Опа! Смотрите-ка, как сразу. А надо еще проверить. Еще и ребенок инопланетный. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри. Ты вообще, что ли? Мы сражаемся с ними, а ты, значит, от них детей делаешь. Ну все. Придется заниматься уничтожением. Полнейшим уничтожением. Так, а где ребенок? А ребенок где? А ребенок где? Дайте мне повернуть-то, в конце концов. А я не могу повернуть, какого хрена? Так, хорошо, ладно, поехали тогда. Вот так вот, все. Мамка убежала в ужасе, потому что мамка просто охренела, от кого она родила ребенка. Ну и сейчас, собственно, братик тоже немножко охренеет. Ну а что вы хотели? Вот, понимаете, да? Если вы будете мутить с инопланетянами, у этого будут последствия. Не мутите с инопланетянами никогда, милые дамы, не надо этого делать. Еще много-много семей, которые хранят у себя эти зеленорожие секреты. Итак... что такое? Я не понимаю. Вы что, спорите, кто из вас лучше шарит бить вертуху в карате или что, пацаны? И девочки. На чем вы там спорите? О! Вот так вот. Не, ну сразу было видно. Сразу было видно, что инопланетная рожа. Я прям как чувствовал. А если, кстати, вот так сделать? А, вот что будет, да? И ты лось, говорит. Понятно. Ну, лосем быть это не очень. Переиграем. Так, еще раз попробуем. Все, давайте на этот раз не лось. Давайте не лось, берем. Все, ну все очевидно, однозначно. Бах, бах. Вот так вот, зачистка пройдена. Отлично. Их так забавно потряхивает, когда они падают. Мне нравится. Наверное, я не очень хороший человек, но мне нравится. Лестница какая-то, ничего себе. Прям по лестнице будем идти. Сейчас будем выяснять. Кто-то тут на вершине этой лестницы. Опа. Опа, опять детки, да. Ну и кто же из этих деток? По-любому, сразу вот было видно. Это было сразу видно, посмотри. Ах ты ж. Ах ты ж вот как. А как вот это тогда получилось? А это, наверное, батя. Батя, наверное, нормальный, да? Но мы его не увидим. Хорошо, сейчас будем. Сейчас будем. Огонь! Команда огонь! Так, все, от мамки избавляемся. И доченьку тоже. Все. Все, два Элиена, собственно. А что они нам вообще сделали? Вот если подумать. Может, это хорошие были пришельцы? Я не знаю, сидели все спокойно на диване, никого не трогали. Рожи у них, конечно, хитрые, немного злобные такие. Но, в принципе, я вообще не знаю, что мы их трогаем. Вроде бы они никому не мешают. Или же мешают, я даже не знаю. Find the aliens, где, что, куда, чего надо. О, здрасте. Ага, итак. Так, агент, ты скажешь мне сейчас спасибо, по-любому. Какого хрена? Подождите. Ой, алло. Я не справился, походу. Так, хорошо. Вы сегодня много чего узнали нового про вашего батю, кстати говоря. Так, опять вернулись эти черти, да? Все, давай. Минус напарник, извини. Ой, какой полицейский-то смелый. Ты глянь. Вот это настоящий слуга, представитель закона, мать его. Здорово. Король инопланетян. Ну, а какого хрена ты король инопланетян? Доставщик, я понять не могу. Ты же доставщик или кто ты? Как это работает? Сейчас, подожди, сейчас еще раз он мне постучится. Извините, товарищ, но с этим надо было что-то делать. Уж короля-то грех, что называется, не... Не понял. Жалкий человек! Нихрена, ну еще и разговаривает. Ты не остановишь вторжение. Слушай, такие добрые глаза. I'll be back. Да, я тоже Терминатора смотрел в детстве. Отлично. Так, все. Я, говорит... И пьяный куда-то попился.
Вот такие вот дела. Приз мне сейчас дадут. Ну, давайте возьмем. Все, теперь у меня огнемет. Все, я крут. Я крутой чувак. Сейчас я вам всем... Сейчас я вам всем раздам. Так, tap to start. Поехали. Итак. О! Ну, здрасте, ребятки. Уж извините, но тут, походу, под раздачу все попадут. Давай. Поехали. Ну, в самом-то деле. Какой тебе мисс? Ты что, издеваешься? Я не пойму, что, кривой, что ли? А, вот они на меня бегут. И я вот такой вот раз их. И, собственно... Погрел немножечко, погрел. Чуть-чуть, слегка, буквально. Это современные отопительные системы. Так, граждане освобождены. Ах, вы ж говнюки. Вы тут, оказывается, людей храните. Ну, тогда, значит, не зря я, в принципе, против них сражаюсь. Ты посмотри, что творится. Они заставляют их плавать в каком-то зеленом говне. Вы тоже так танцуете, когда вас из зеленой жижи выпускают? После инопланетного вторжения. Ну, мне кажется, все бы так делали, да, определенно. 9 из 102, ни хрена себе. Да тут прям дофига народу. О, какая-то женщина что-то там активно рассказывает. Ну-ка, давайте посмотрим. О чем вы спорите? О том, насколько модная у него шляпа? Да говно полное, не надо, можете не спорить. Так, о, смотрите, дети нормальные. Ничего себе, дети нормальные. Но мамка, наверное, да. Мамка, смотрите, угадал. Мамка, видите, какая, смотрит на меня. Слушайте, а вас инопланетян вообще не смущает, что какой-то чел подходит и вот так вот вас сканирует? Вот. И вы не чувствуете, что, возможно, ваше прикрытие сейчас... Блин, на меня смотрит прям вообще. Типа, какого хрена ты делаешь у нас на газоне? Извините, женщина, но мы вас будем сейчас сжигать. Ну так надо, ну. Все, дети обосрались, муж в шоке. С кем я все это время жил? Бывает, бывает. Добрый день. Ничего, что я заперся к вам в дом тут с оборудованием. Я буквально чуть-чуть пошуршу, маленько. Так, это у нас скелетик, скелетик, скелетик. Не понял. Нормальная семья, ни хрена себе, такое бывает в этом городе. Опа, куда пошла? А вот сейчас, походу, нам... Да-да-да, кто это? Это доставщик. Ну, до свидания, товарищ. Извини, но... Не надо, пожалуйста, сюда доставлять свое инопланетное говно. Спасибо большое. Еще одна тусовочка. Да господи, сколько же их тут вообще в этом городе? Это ж обосраться. Так, ну сразу видно. Сразу видно, что она, видите, в каких черных очках. Это чтобы никто не видел. Ее наглющие инопланетные глаза. Извини, дама, но... А кто второй? Кого еще надо? А, господи, тут еще целое это... Целое застолье. Вас, кстати, не смущало, что тут только что кое-кого сожгли, нет? Нормально? Нормально, что бы, собственно, нет. Все, давай, до свидания. Сразу было видно. Увидели, как у нее какие? У нее тоже очки были. У всех, у кого очки, все инопланетяне. Инопланетяне ходят в очках. Это 100% здесь. Опять кто-то сидит и жрет. Опять кто-то сидит и жрет. Так, нифига у вас тут, слушайте... Столпотворенница-то, однако. О, инопланетные бутылки, здорово. Так. О, это человек, удивительно. Я вот как раз вот хотел вот на эту мадам сделать ставку, что, по-моему, она инопланетянин. Ну да ладно, так. Значит, раз. И сейчас надо еще. Вот. Слушайте, а инопланетянин такой спокойный вообще. Он видит, что только что сожгли его кореш инопланетянина, ему насрать. Так, кто из вас? Кто из вас? А, товарищ, ну понятно, понятно. По-любому, какие-то инопланетные ушки свои прячешь под этим котелком сраным. Все, до свидания, товарищ. Джентльмен, простите, пожалуйста, но вам придется немножко потрястись и попадать. Ну, бывает, что поделать. Осталось уже не так много, и, по-моему, мы сейчас зачистим вторую локацию полностью, да? Второй городок, я бы сказал. Здрасте. Че? Кексики жрете, да? Мне завидно, поэтому кто-то сейчас помрет. Не понял. Опять кто-то сейчас постучится? Кто постучится? Кто? Вот отсюда кто-то зайдет? Ребята, мне нужно... ах ты ж, какая хитрожопая эта падла. Ну все, до свидания. Извините, у вас тут инопланетный конус торчит. И мне выдали следующую пушечку. Вот такую вот, видите, у меня weapons. Вот, пожалуйста, вот мой weapons. Сейчас посмотрим, как он будет разделывать aliens. А, вот так вот. Это такое, немножечко, знаете, так, поприжигали. Поприжигали немножечко в самых нехороших местах. И в хороших местах, и в разных. Так, слышь ты, королевское высочество, давай-ка, пожалуйста, свою жопу угомони. Да те по-русски говорят, чел. Что еще? Это жалкое зрелище. Тебе стоит постараться посильнее. Окей, не вопрос. А, куда пошел? Я собрался стараться посильнее, он ушел. Обидно. Ну и опять мы, смотрите, освобождаем всяких дамочек. Я сразу так... Они сразу так довольны жизнью, мне это нравится. Оптимистично настроенный гараж. Ну, главное, что мы освободили конус. Мы, на самом деле, шли сюда из-за этого. Вот эти все люди, это все ерунда. Вот конус освободить, это важно. Чё ты там прыгаешь, падла?
Ты еще смотри, мы как бы мы с тобой не разобрались. Может, кстати, так и будет. Ну так будет, в том случае, если вам понравится это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. И мы догоним вот эту козявку как-нибудь потом, если вам понравится. Пока на этом все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.